которые поучаствовали в его успехе, поблагодарил и организацию ВЕФ, и пожелал всем счастья и благоденствия в этом мире. Что ж, смотрим дальше. Ну, шонтеп, уламдан улам биз ең негізге беттештерге жақындап келе жатамыз. Аларды мына алғашқысы азыр орын алады десек болады. Алтынбек Мамашев жана Шерзот Ганиевтің ортосында 77 килограмм салмақ чейін бір дегенде беттешмекче. Алтынбек Мамашевтан көпті күткендер арбын. Шерзот Ганиев болса өзбекстандық, бүгін Шерзот Ганиевке анық оңой болбойт. Егер де жеңішке ол отырған болса дағы ал өте қату даярданып келіп, бір чоң жолдың болысы менен ғана жеңішке жетіш кетпесе, Алтынбек Мамашев бүгін өзін әлбетте жақшы жағынан көрсетіп деген ішенім бар. Бұға чейін өте қосын нокаут менен атандашын ұтқан Бекболат Абдылдаулы Алтынбек Мамашевтың да артында келе жатады. Ал тәжікстандық мушкерді ұтқан болчу. Еме Алтынбек Мамашевтың атандашы бұл Шерзот Ганиев, ал өзбекстандық. Да, Алтынбек Мамашев на пресс-конференции отвечал на вопросы и в одном из ответов высказал следующее мнение. Я провел в организации АВЕФ 10 боев и во всех одержал победы. Думаю, уже давно заслужил право биться за пояс, и просьба у него от руководства организовать ему титульный бой на любом ближайшем турнире. Но пока бой, скажем так, предтитульный против узбекского молодого бойца Шерзота Ганиева. Я думаю, вот здесь все решится. Если Алтынбек Мамашев сегодня побеждает, то он имеет право даже требовать от организаторов и вообще от представителей World Airtime Federation право биться за титул. Но мы видим, что в команде секундантов Алтынбека Мамашева находится также Бекболат Абдылдаулы, который свой поединок уже выиграл за нокаутом за минуту 11 секунд. Вот он прямо сейчас держит флаг Кыргызстана и получает попутно благодарности и поздравления за победу. Ну и вот, собственно, оппоненты. Рост Алтынбека Мамашева 177 сантиметров, вес 77 килограмм, 24 года этому бойцу. Шерзот Ганиев, в свою очередь, представитель Узбекистана, 182 сантиметра рост, 77 килограмм вес, 20 лет ему. И тренируется у Надыра Кадырова этот боец. Выступает он за клуб «Ахмат», как Иркин уже сказал, это филиал того самого чеченского клуба из города Грозный. Ну и вот действительно очень много достойных бойцов в этом клубе под попечительством Надырова Кадыра. И Шерзот Ганиев однозначно один из них, но его оппонент очень серьезный, наш соотечественник Алтынбек Мамашев, про которого подробнее расскажет мой коллега. Ну что, Алтынбек Мамашев золотой, идеал высевичает, когда Алтын деген, Алтын бала деген, Кайманаттын иеси, Патриот Ош спортклуб Нюклюлот, Иркин Грюш бойынша спорттын чевери, Ереже Сируш бойынша спорттын чевери, жалпысынан өзі 10 беттешін 10 осында жеңішке еболдым дегенменен, әлбетте ВЕФ-тен сыртқарыдағы турнирлерге қатысып жүрген, андықтан жалпысынан 12 беттеш, аның 11-інде жеңуші аталған, әлеме бір жолы тең шыққан. Бой 1 метр 80 сантиметр, 77 килограмм салмақ шен бірдегі үшін өте идеалды бойдың ұзындығы деп айтсақ болады. Жена ұшырлы Алтынбек Мамашев менен Шерзот Ганиевтің екінің ортасында 2 сантиметр айырма бар. Өзбекстандық мушкер ошол 2 сантиметрге узынырақ. Деме, Ахмат клубының өкілдері бүгін өте көп шықты. Жана алардың бірнешесі жеңішке ие болды. Еме, Алтынбек Мамашевқа Шерзот Ганиевтің қандай сюрприздері бар? Де жоқ бұ, аның бар жоғына әлбетте сіздерменен шығу. Голос, Сенте Спорт каналында, мына түз эфирде
азыр болсо мына AFCA боюнча Азиянын чемпиону, MMA боюнча Кыргызстандын чемпиону Алтынбек Мамашев тууралуу маалымат айтылды. Мастер спорта по вольной борьбе. Команда Кыргызстан. Ош. Тренер Сарқырбаев Кылыч. Боевой псевдоним Золотой. Алтынбек Мамашев. Алтынбек Мамашев. Так, шунтип на английский. Акцент на этом Мамашев. Очень красиво. Представляет. Бойцов, ну и Шерзод Ганиев. Мастер спорта по смешному единоборствам. Мастер спорта Ахмат, Узбекистан, тренер по смешным единоборствам. Молодой боец, 20 лет, но видно. Видно, что молод и на заре своей карьеры находится. Тем не менее, я думаю, молодость — это всегда большие амбиции. И сегодня он нацелен показать все свое мастерство, но оппонент у него невероятно хороший. Алтынбек Мамашев — непобежденный боец из нашей страны. И сегодня в этом трехраундовом противостоянии эти два бойца выяснят, кто же сильнее. Для Алтынбека Мамашева этот бой еще более принципиален тем, что все-таки нацелен он на то, чтобы ему организовали бой титульный, о чем он заявил на пресс-конференции. И прямо сейчас будет стараться показать свой максимум. Я думаю, мы увидим очень красивое противостояние, возможно, даже максимально короткое. Но тем не менее, уже полминуты первого раунда прошли, пока бойцы разведку боем проводят. Неплохой мидлкик в исполнении Шерзода Ганиева. Но никаких неудобств Алтынбеку это не принесло. Золотой пока в обороне. Азырынча атаандашын изилдеп, мына чалгындоо иштерин жүргүзүп жатканда, албетте анын көз карашынан ишенимдүүлүк байкалат. Ошентсе дагы Шерзод Ганиевдин оңой жолу эмес экенин мына ушул алгачкы секундалар болсо дагы көрсөттү. Алтынбек Мамашевди биз фаворит кылып сиздерге тааныштырганыбыздын, көрсөткөнүбүздүн бир себеби, албетте, анын мотивациясы өтө күчтүү. Мына ушул чемпиондук куруу үчүн күрөшөм деген учурда, албетте, мына ушул азыркы Шерзод Ганиев сыяктуу атаандаштарды утуп олтурушу керек болот. Азыр алгачкы, азырынча мени эстегенден жалгыз соккусу болду окшойт, бир хайкик, бирок ал деле өз максатына жеткен жок. Азыр мына жеп сокку кадимкидей түз колу менен, жакын турган колу менен атаандаштын атаандашына бет талаштыра узатып көрдү. Бирок бир нече лоу кикте Шерзод Ганиевден кабыл алып атат, бирок ага деле кабагым кашым дебестен бир билгени бар сыяктуу Алтынбек Мамашевдин жүргөн учуру жана булардын кийиминде дагы мына өзгөчөлүк бар. Ушул формадан бул Кылыч Саркарбаевдин шакирттери десең болот. Баары мына ушул Чолок шымынын арчагында өздөрүнүн фамилияларын жазып жүргөн. Учуру болсо мына азыр Мамашев деген фамилия менен Алтынбек беттешти өткөрүүдө атайын өзү үчүн жасалган кийим. Бул нерсеге мына экинчи ирет кайрылып атабыз. Чындыгында ушул беттештеги мушкерлердин албетте таланты, алардын сапаты ал бир нерсе, аны менен кошо мына ушул башка тараптары дагы эрежеси рушта уламдан улам Кыргызстанда өнүгүп бара жатат жана веф жөн жерден ушул Орто Азиядагы номер биринчи эрежесиз ер уруш боюнча организация же болбосо уюм болгонун айтпасак болбос. Ал учурда Алтынбек Мамашев ошентип мына ыңгайлуу позицияны ээлеген жатат, бирок бул жерде кадимкидей кыргыз күрөшүнүн ыкмалары колдонуп кетти. Жамбаш аралаштыра ушундай тартып келип туруп бул жерден Алтынбек Мамашев атаандашын жерге жыкты. Ну да, я действительно ждал, когда Алтынбек Мамашев переведет бой в партер. Все-таки он является мастером спорта по вольной борьбе и чувствует себя в партере куда лучше, нежели его оппонент. И мы видим, что Шерзоду Ганиеву сейчас приходится очень тяжело, но парень смышленый и парень довольно талантливый, я бы сказал, по части именно противостояния. Сейчас сумел он захватить за голову Алтынбека и не дать ему в дальнейшем проводить атаки. Но вот здесь опасный эпизод.
и Ганиеву приходится очень нелегко, но тем не менее Шерзод выходит из этой ситуации и, кажется, даже может выйти победителем. Смотрите, шикарно вырвался. Колон Харатат нашел жерден утып кетиши ыктымал. Мамашев на өтө жакшы ыкманы колдонууда. Болгону Шерзод Ганиев толгонот эле бул абалдан кутулуп барат. Да, за разом кружится, и мне казалось, он уже вырвался после первого разворота, но действительно хорош Алтынбек Мамашев, здесь чистая победа. И да, несмотря на то, что сигнализирует Шерзод Ганиев о том, что он не сдавался, но здесь понятное дело, что... Я был жерде колосын калат болчу, да, 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 тут судья должен был останавливать это противостояние. Мы обязательно посмотрим это в повторе. И это юношеская бравада со стороны Шерзода Ганиева, конечно, ни к чему не приведет. Факт болевого захвата был, и судья имел полное право принять. Президент Федерации Дабуев дает бой. Алтынбек Мамашев. Продолжаем. Ой-ой-ой. Так, мы смотрим, здесь включились уже... Включились административные функции президента федерации, и мы видим, что указом, скажем так, руководителя было решено продолжать это противостояние. Грош тает по этому месту, там берешь керек топча. Да. Демек, мына ошол өзбекстандык Шерзод Ганиевтин көңүлү калбасын деди. Дэн Уайт деле UFC'де өзүнүн сөзү салмагы бар. Ошол сыяктуу албетте бул жерде деле уюштуруучулар демек беттештандан ары улансын десе, демек улантып коет. Эми бирок Шерзод Ганиев менин жеке пикиримде албетте ал утулду. Утулуп туруп беттешти кайрадан улантып атышат. Ну и все-таки добился своего Шерзод Ганиев. Вот настырность, она всегда к лицу, как говорится. Бой продолжен, и это шанс, это в любом случае шанс. Но с другой стороны, очень много может возникнуть разговоров в той ситуации, если, например, сейчас Шерзод поймает своего оппонента на болевой, и как в той ситуации поступать. Вот. Чтобы избежать таких разговоров, обычно решения становятся безапелляционными. Но здесь случилось как случилось, тем интереснее нам наблюдать за этим вечером противостояний. Напомню, друзья, еще раз, если вы только подключились, это телеканал НТС Спорт, это турнир WF55 Global 12, проходит в прямом эфире во Дворце Спорта имени Кожемкула, и противостояние между Алтынбеком Мамашевым и Шерзодом Ганиевым, 14-я пара сегодняшнего вечера. Впереди самые интересные бои, поэтому если вы только что подключились, то ни в коем случае не переключайтесь. Вы можете понаблюдать все самое важное и интересное. Мына биз ошентип буга чейинки биринчи раундтагы жана колун кайрып бара жаткан жердеги эпизодду көрсөк жакшы болот эле, бирок ага биз жетишпей калды окшойт, анткени экинчи раунд мына башталуу алдында турат. Шерзод Ганиевдин мына талабы күчөгөндөн күчөп барат. Эми бул жерде эми октагонго, анын үстүндөгү мына килемчеге анын ушундай нааразычылыгы бар. Такой борец за свои права, да, Шерзод Ганиев? Жок, бирок түшүнүктүү эле, эми бир жагынан алганда албетте. Ну да, это без сарказма, действительно, парень умеет за себя постоять во всех смыслах. Да, экинчи раунд башталды. Эми Алтынбек Мамашев өзүн чындап жакшы жагынан көрсөтүп, дагы бир ирет артыкчылыгын далилдеши керек. Ушул колун кайрып кеткенге чейин өзүнүн чындыгында Алтынбек Мамашев өзүн ишенимдүү алып жүрдү. Шерзод Ганиев болсо ошентип бир беттеште экинчи мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, азыр уламдан улам көбүрөөк эмоцияга алдырып бара жаткандай. Экөөнүн ортосунда 4 жаш айырма бар, жана тажрыйба жагынан дагы Алтынбек Мамашев бир топ алды да. Бул беттешке жакшы даярданган, анысы да көрүнүп турат. Жана экинчи раундда Алтынбек Мамашев
ошол биринчи бөлүктөгүдөй кандайдыр бир өзүнүн камдап койгон бир ыкмаларын колдонушу керек. Ошентсе да Шерзод Ганиевтин бир жакшы жери, ал атаандашынан таптакыр коркпостон, үркпөстөн, жок дегенде мына ички сезиминде жеңилбей турган болсо, азыр бутка кирип келип ушул жерден тейкдаун жасайм деп, бирок ал ыкманы бир аз шашып койду, ал ыкмадан тескерисинче өзү ыңгайсыз абалда калып кала жаздады. Ну, перевод в партер для Шерзода Ганиева, мне кажется, невыгоден все-таки. Алтынбек Мамашев куда опытнее в этом деле, и мы сейчас это смогли воочию понаблюдать. Шерзод держит за голову оппонента, но здесь в куда более выигрышной ситуации находится Алтынбек Мамашев. А как продолжит он эту атаку в партере? Мы видели, как он себя ведет и сумел в первом раунде захватить в болевой захват, который, казалось бы, принес ему победу, но решение высших инстанций, скажем так, было решено бой продолжить. Вот здесь отлично вышел он на ударную позицию, оппонент перед ним. Попытка Шерзода Ганиева сейчас развернуться, но не позволяет ему это сделать Алтынбек. Нужно поймать оппонента одну из конечностей, но пока не получается, и удушает Мамашев бить. Вот здесь отлично удушающий прием, и похоже, здесь никуда не деться Шерзоду Ганиеву. Удалось вроде бы, да, и вот она сдача. Все, это победа, это чистая победа. До конца додержал Мамашев, чтобы не было потом возмущений. Собственно, попытал счастье Шерзод Ганиев, но все-таки Алтынбек Мамашев доказал свою силу. Это чистая победа, причем дважды, и никаких вопросов здесь возникнуть не должно. Ну а был жерде колун жерге чапкандан кийин дагы бир 2 секундадай кармап турду. Анткени сүткө азы күйгөн айранды үйлөчөт дегенде бул. Мына ушул биринчисинде утулуп туруп уттум деп ойлогондо кайра улантып кеткени үчүн, демек колун кайрып кайра утпаса, мына ошентип ал муунтуп утулуу үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алган экен. Биз Алтынбек Мамашевди жеңиши менен куттуктайбыз, толугу менен беттешти көзөмөлдөдү жана жеңишке жетерине анын көзүндө ишеним болду. Мына азыр кайтылуудан байкап көрсөңүздөр, бул ирет мына кесиптештерибиз өтө жакшы ушул абалды алып берди, бир 2 секундадай ашыкча кармады. Ал толук түшүнүктүү. Алтынбек Мамашев Азамат эми мына чемпиондук куруу үчүн мүмкүн кийинки беттештерде биз көрүп калабыз. Удушающим приемом победу одержал Мамашев Алтынбек Золотой. Поздравляем Алтынбека Мамашева с чистой победой в этом противостоянии. Во втором раунде он все-таки добился своего и доказал свою силу. Шерзод Ганиев, молодой парень, который очень достойно сопротивлялся, но в итоге все же опыт взял свое. Ну а теперь во весь голос Алтынбек Мамашев может заявить о том, что хочет титульный бой после 11-й победы подряд в данном промоушене. Я думаю, у него есть все право на это. Памятные фотографии сейчас участников данного противостояния. Ну, здесь подошли уже ребята в свите Алтынбека Мамашева. Но, собственно, самого чемпиона вызывают на октагон, чтобы дать ему слово. Силерге чоң рахмат. Келип кыргыздын мушкерлерин колдоп кеткендерге. Кыргыз эл марбол алга. Ушул кеңешимди жалпы кыргыз элине, анан агам Кылычбек Сапарбаев агама жана досторума баарына ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстандын желегин дагы да чоң чоң ареналарда көтөрүшкө ниет кылам. Күзүндө буюрса фанефсиге чыгып Кыргызстандын желегин көтөрүшкө алга. Ну и действительно показал себя большим патриотом Алтынбек Мамашев, произнес такую вдохновляющую речь и пообещал своим болельщикам и всем представителям
болельщиков сегодня на трибунах, прошу прощения за тавтологию, пообещал очень громко заявить о себе. Веб Глобал поисия Алтынбек Мамашев билан бойго беришин сорайман. Ну и здесь, да, действительно, пошла уже активность, и здесь... Нурсултан Рузюбоев, известный топовый боец, под ваши бурные аплодисменты. Вызывает на титульный бой, да? Был Нурсултан Рузюбоев, бухачей, не чыгып жүргөн, ошол профайт алкагында турнирлерде, андыктан алдал ошол Алтынбек Мамашевтен. Еме беттешти суранып атат туюштуруучулардан. Ну вот, уже сами оппоненты хотят сразиться с этим бойцом, и действительно в ближайшем будущем мы увидим. Бул чындыгында Алтынбек Мамашевка анын деңгээли деп айтсак болот, бул бир азыр сөзүн уга алалы андан кийин. Банес менен контракт түзүп койгонбуз. Банесден буйруса. Да, бул жерде Ванеси тууралуу сөз болуп калды. Буга чейин эле айтты эле, биз ал теманы андан ары улай албай калдык. Мына ошол Чыгыш Азияда бол көрбөгөндөй популярдуулукка ээ болгон Ванеси турнири ага чейин буга чейин деле албетте биздин мекендештер ал жакта өзүнүн күчүн сынап жүрөт. Демек Алтынбек Мамашевтин дал ушул Ванеси менен келишими түзүлүп калыптыр. Андыктан бул жакта чемпиондук куруу үчүн беттешке чыкпай калган учурда деле. Ванефсиден биз мекендешибизди көрөбүз. Бойду чындамсыздыкты менен күтөбүз. Кудай бирса бул бойду обязательно кылабыз. Рахмат. Ну и да. Я думаю, вы все поняли. Здесь вышел президент Федерации Волдер Тамаш Федерейшн и пообещал организовать этот бой, несмотря на бюрократические проволочки. Такой довольно интересный сценарий. Посмотрели мы и хороший бой, и затем последствия этого боя. Ну а, собственно, вечер продолжается, друзья, и очередная пара будет приглашена на арену Кайрата Мусаева.